Здравствуйте. Сегодня у нас в студии президент общественного фонда «Мансолык» Бахытуменова. Здравствуйте. Здравствуйте. Разговаривать мы будем о ситуации вокруг Алмыши Алабаевой, супруги Мухтара Аблязова. Я знаю, что вы как врач, как общественный деятель не один раз уже с ней встречались. Да. Расскажите, как ее моральное состояние, как ее физическое здоровье? Ну, сейчас я вот буквально ее видела в пятницу, ей как бы чуть-чуть лучше стало, хотя чувство страха, беспокойства, нарушение сна, они и пока имеют место быть. Но когда я ее встретила первый раз, я специально поехала, чтобы с ней встретиться, после тех кадров, которые увидела по телевизору, когда вот снимали ее семью, ее тяжело больного отца, я посчитала необходимостью поехать к ней, предложить свои услуги. Тогда состояние ее было гораздо хуже, и самочувствие было гораздо хуже. Остается чувство тревоги, остается чувство того, что к ней поступают несправедливо, ее обвиняют несправедливо. Насколько я знаю, ее 5-6 лет вообще не было в стране. Как она могла это сделать? Как она могла вообще, если не было въезда в страну, как она могла встречаться с этими людьми, которых сегодня осудили в Атырау? Мне кажется, это вообще сфабриковано все. И эти люди, которые сегодня в Атырау осуждены, они просто их подставили, грубо говоря. Мы можем сказать, что Алма, она хотя бы взрослая женщина. А как вот себя чувствует 6-летний ребенок, который пережил такой стресс? Вы знаете, я вот в пятницу с ним очень долго разговаривала. Я там была не одна, мы там тоже были с группой вот людей, которые вот ее хорошо знают, они захотели тоже с ней встретиться. И она в течение полутора часов вот последовательно нам рассказала все то, что было с ней. И там была вот такая ситуация. Дело в том, что рядом с ней, там, в этой стране, в Италии, была ее родная сестра с мужем и тоже с ребенком 9-летним. Эти маленькие девочки, одной которой 6, ее племяннице 9, разговаривали через стенку в здании аэропорта, куда их там поместили перед тем, как вывезти из страны. И они перешептывались и говорили: «Ты что делаешь? Ты где?» – спрашивала племянница дочку Алмы. «Чего вы там делаете с мамой? Что вы?» Она говорит: «Мы в тюрьме», шепчет ей той. А мама говорит: «Рядом». Вы представляете, для 6-летнего ребенка вот это ощущение, наверное, ужаса и потери мамы, которую ночью вывезли, она утром просыпается, мамы нет. Нет сутки, нет двое. Потом ее какие-то незнакомые люди везут, с машины на машину переставляют, ночь. Как вот она описывает, кто это такие были, а потом она по-своему, ведь мама-то ей не говорила, что они в тюрьме, они не были. Она для себя, маленький ребенок, сделала выводы, что они сидят в тюрьме. Вот как раз-таки она постоянно ходит на допросы, она постоянно узнает какую-то информацию из прессы, учитывая, что наша пресса, она не совсем лояльно относится к этой теме, особенно государственные СМИ. Какие у нее ощущения? На что-то она надеется? Есть какие-то ожидания? Или все-таки вот все так бесперспективно в ее мыслях? Вы знаете, у нее страх. У нее страх, потому что она чувствует эту несправедливость. И ее ожидания, ну, как бы, ничего хорошего она от нашего, так скажем, суда ожидаемого, она не ждет. И поэтому у нее чувство тревоги, тревогу за свою маленькую дочку, тревогу за родителей, за свою судьбу. Но больше, наверное, у матери, как у матери, это, конечно, за ребенка. Оно имеет место, это очень тяжело. Это просто, так скажем, это психологическая пытка. Это один из видов вот такого вот психологического давления и расценивается как пытка. По международным стандартам, то, что сегодня с ней происходит. Когда подобная ситуация случилась в семье президента, когда у него были проблемы тоже с детьми, он сказал, что дети и семья – это святое, что их нельзя трогать. Наверное, это касалось, я теперь поняла, только его семьи. Понимаете? То есть он не имел в виду всех тех людей, которые живут в той стране, в которой он является президентом. Видимо, он имел в виду только свою семью и своих родственников. Хотя, когда это случилось в семье его с этим зятем, я не была в числе тех, которые, предположим, я обвинял
ту же самую его дочь или его. Я вот лично сама по-человечески, ну даже, так скажем, пожалела, если можно сказать, потому что не дай-то Бог оказаться все это как бы на миру. Но сегодня, когда я в отношении, когда вот это случилось с Алмой, я была за границей на большом мировом форуме по паллиативной помощи, мы с Марианной Гуриной написали письмо, где обратились к президенту. Если после этого вот это прекратилось бы, то, что произошло с Алмой, вот эта депортация, позорящая нашу страну в первую очередь и так далее, тогда бы я еще надеялась, что президент, не знаю, он наложит на это вето и прекратит это безобразие. Поэтому я обратилась к нему в надежде, что он не в курсе этого. Но если сегодня это продолжается, то сегодня, возвращаясь к тому вопросу, который вы поставили, видимо, он имел в виду, что не подлежат суду и гонению его семья. Получается, сейчас президент никак не реагирует. То есть какие-то реакции со стороны МИДа, какие-то отписки со стороны прокуратуры, а президент абсолютно продолжает хранить молчание. Складывается ощущение, что он либо он не знает об этой ситуации, либо он просто в стороне. Может быть, стоило все-таки что-то сказать? Ну, отпуск – это, конечно, святое, но когда в твоей стране происходят такие события, ты должен хотя бы как-то отреагировать, особенно если в твой адрес идут обвинения. Конечно, конечно. Он должен на это обязательно ответить, если премьер-министр, насколько я знаю, Италии ответил перед своим народом, перед вообще мировой как бы общественностью, то, наверное, и нашему главе государства надо было бы ответить. И то, что он не отвечает, меня вот лично как гражданина очень настораживает. Значит, это говорит о том, что тогда, получается, он причастен. А если ты не причастен, и ты слышишь эти вещи, то ты сегодня должен наложить на этот запрет, ты должен прекратить эти безобразия. Понимаете как? Хоть как-то отреагировать, скажем так. Абсолютно. И вот это дело Алмы, ее вот этого беззащитного ребенка, посадив ее в тюрьму, мы тем самым теперь возродим лагеря для жен, там, политических, там, скажем, противников, детский дом поместив для детей, изменников Родины. Процесс пошел, он набирает обороты. Понимаете как? Вот ведь что страшно. И сегодня поэтому то, что я пришла в студию, то, что я сегодня об этом говорю, то, что я написала письмо Надежде, это мой гражданский долг. Это мои, так скажем, 5 копеек, которые я кладу в эту и говорю, нельзя так делать. Большое спасибо, что вы к нам пришли. До свидания. Всего доброго. Будьте здоровы.